Ну вот, 16 октября 2021 год. Выезжаем мы после разведки хорошего места. Вот дорога вот такая. Вот, речка идет. Тут вот камнепад осыпается, все, скала вот. Расчистили, дорога вот такая. Так, на Приусе 20-м едем. Крадемся. Разведали место, где мы взяли в 2014 году 240 мешков полноценных из-под муки, из-под сахара. Шишки дальневосточные. Шишки. Ну, шишки, кедровый орех, да. В 2014 году, когда уже плохие урожаи везде были, мы где-то около 60 мешков здесь взяли, откуда вот выезжаем. 8 речек переезжать. Ну, в смысле, это может одна и та же речка петляет. Или две. И вот разведали место, по 15 шишек собрали, поняли, что ловить здесь нечего. Ну, видишь, посередине какой, блядь, кто-то он шкребанул. Между колес пропустил. Вот такие комендосы. Вот такая дальневосточная тайга. Вот видите, впереди какие сопки. Забираться туда с посохом. Вот смотрите, YouTube канал Стороженко Владимир, там прогулка, разведка места. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 видосы будут у меня за 15 октября 2021 год, за 16 октября 2021 год. Это будет видео. Выезжаем из тайги. Может, выйти мне? Туда мы проехали, даже не шкребанули нигде, да? Только в одном месте нас понесло. Вон речушка вот такая идет. Ну, зато каменистая дорога, укатанная. Без грязи. Сейчас едем это, лимонника набрать, ягодок. Это самое. Вот приготовил я разовые перчатки медицинские. Потому что это угостим кого. Все, экологически чистые пакетики. Вот разовые. Так что это... Следующее видео покажу это, как лимончик мы собираем. Ну, сейчас вот речку переедем и выключу камеру. Вот такой лес. А вы, Николаевич, вот здесь, да, встали тогда? Это вот 5 километров до деревни. А мы 12 уехали в этот раз. Это за лимонником здесь? Да? Ну, все. Все, выключаю, сейчас лимонник будем собирать. Смотрите YouTube канал Стороженко Владимир. Смотрите, звоните, телефончик +7 924 123 24 44. Ну и в каждом видео я делаю слова благодарности. Вот смотрите сайт компании For Life Research, 4life.dv.ru, 4life.com. Они мне помогли вернуться компетентный иммунитет, и благодаря компетентному иммунитету я восстановил свои руки, ноги, суставы. И сейчас живу, поживаю, добра наживаю, опять гоняю в тайгу. Ну все, такая природа. Пойдем лимонечко соберем.